и вот, собственно, в кабине. Здесь, скорее всего, был уголек, засыпался. Здесь самотопка. Здесь, наверное, какой-то кочегар стоял, смотрел на дорогу, на старинные часики. Вот эти. Ну и, соответственно, кочегарил машинист какой-то. Находился, наверное, здесь. Как-то интересненько. Что стаканчик? Пойди, сходи за стаканчиком. Зачем? Не надо. Смотри, я нашел. Чемоданчиком. Они слишком маленькие, чемоданчик. Нормальный. Маленький. Кидай. Ты куда? Неси сюда. В чемоданчике. Ложи. А там еще вон одна сопля валяется твоя. А кто там? Медуза это. А все съела? Давай, вот. Если он замасывает, я тебе все больше дам. Ничего. На море нравится? Понял? Да, за медузами, Марин. Последишь? За Юлькой? За стаканчик свой убери, потом тоже. И Аркашей? За Аркашей и Юлькой. Хорошо, у тебя вот тут вот что-то. Так, пистолет надо взять. Кажется, пистолет. Убери, так. Все уже. Я рикдавки тут снимаю. Все? Намазала кремушком. И сейчас маму хыдыдыщ. Я тебе потом дам. Хорошо. Матвей, это от души помазал. Дай меня так, как Матвей. Все, купаться теперь. Кир, ты сейчас купаться? Да. В море? Все, можно полететь. Подожди, я поднимусь, пока верни.